Здравствуйте, меня зовут Марочкина Олеся, и я художник. Я родилась и выросла на берегу Японского моря, недалеко от Японии и Китая, что, несомненно, наложило отпечаток на меня, на мои взгляды, на мое творчество и на мое восприятие. В детстве со мной очень много занималось учителей и живописью, и музыкой, но, к сожалению, в дальнейшем творчество я не сделала своей основной специальностью, хотя в моем окружении очень много творческих людей, и я постоянно находилась где-то рядом с этой сферой. Я занималась и росписью одежды, и вышивкой одежды на заказ. И в 2018 году я решила, что я хочу заниматься только живописью, чистым творчеством и больше ничем. Пошла на курсы, пошла на мастер-классы, на различные, набирать той основы, той базы, которой, как я на тот момент считала, мне не хватает. И в это же время я очень сильно влюбилась в акварель, в ее непростой характер, в ее непредсказуемость, в ее легкость, в ее строптивость. И на данный момент в моем творчестве присутствует где-то около 90% акварели и 10% всех остальных материалов. На конкурс я хочу представить работу, которая также выполнена в акварельной технике. Называется она «Ловцы облаков». Это был просто хороший, приятный день на берегу реки. Дети, которые готовы сорваться в любой момент и побежать заниматься более интересными делами, чем они занимаются на данный момент. Их восприятие окружающего мира, та легкость, к которой они относятся к жизни. Как такового неба на картине нет. Есть его отражение и искажение в воде. И вода – это как символ времени, который точно так же бежит, изменяется, изменяет нас, изменяет наше восприятие, наше отношение к некоторым вещам.